участие Денис Логинов, Александр Тимошенко и Олег Степанюк, наши уважаемые судьи. Итак, уважаемые друзья, ввиду важности момента позволю себе выйти немного вперед для того, чтобы назвать имена и места участниц, которые они занимают по мнению судей. На 8-м месте с результатом 40 баллов участница под номером 12 Елена Надеждина из Москвы. Поздравляем Леночку. Спасибо за участие и аплодисменты от зрителей, безусловно, от нашего генерала. 7-е место, 35 баллов. Наша гостья из Украины Алла Семенова, номер 16. Девушки получают денежные призы от организаторов соревнований, от наших уважаемых спонсоров. А на 6-м месте 28 баллов. Сандра Сичева, номер 9, Литва. Пятое место с результатом 23 балла занимает участница под номером 11, number 11, Дениса Липовска, Словакия. Пятое место на турнире Гран-при Фитнес-хаус. Остаются ненагражденными 4 участницы. Давайте им поаплодируем. Спортсменки, которых мы еще не наградили. Но собираемся это сделать. Итак, я вижу, что согласно протоколу в этой группе есть 2 лидера. С разницей в 1 балл у нас определена победительница. И спортсменки, занявшие 4-3 места, получают, соответственно, на 2 балла меньше друг от друга, чем хотелось бы. На 4-м месте сегодня с результатом 19 баллов по решению судей Екатерина Усманова, номер 13, Краснодарский край. 19 баллов, 4-е место. Давайте им поаплодируем. Великолепная форма, прекрасное настроение. И, конечно же, поддержка зрителей. Поддержка зрителей. Поддержка зрителей помогли этим участницам стать лучшими на нашем турнире. За 3-е место с результатом 17 баллов награждается участница под номером 14 на Амбахутин Сабина Плевакова из Словакии. 17 баллов. 3-е место на Гран-при Фитнес-хаус. Призы от Биопротеин. Награды в виде прекрасных кубков, прекрасных скульптур. Медали и денежные призы от организаторов. Остаются ненагражденными 2 участницы. С разрывом в 1 балл, всего лишь 1 балл разделяет этих спортсменок. Это говорит о том, что их форма абсолютно близка к тому, чтобы занять первое место. Но сегодня, я так полагаю, что не очень хороший день, возможно, не очень плохой, но не очень везучий день для одной из этих спортсменок. Давайте поаплодируем обеим, пока они не знают, кто же на каком месте находится. 8 баллов и 2-е место у представительницы Санкт-Петербурга Светланы Ерегиной, номер 15. Определена победительница совершенно неоднозначным решением судей. Были трения, были сомнения, но тем не менее, она перед нами. Номер 10. Ольга Путрова, Москва! 7 баллов. Великолепный макияж. Молодец.